ароматов, ароматы, конечно, которые встречаются в наших каталогах. И вообще, если рассуждать, да, то есть об ароматах, для чего же они нужны? Вот скажите, ответьте мне сейчас в чате, по вашему мнению, для чего они нужны и сколько, ну, давайте, для чего они необходимы нам? Буду ждать от вас ответ, да, и сейчас немножечко просто вот здесь вот есть фраза, очень интересная, мне понравилась. Нет женщин, не любящих духи, да, есть женщины, не нашедшие тот аромат, который им действительно подходит. И когда мы выбираем какой-то один, два, три аромата, да, то есть очень важно действительно разобраться, для чего же они все-таки нужны. Так, сейчас почитаю, чтобы завершить образ, аромат. Да, хорошо, спасибо. Хорошо, тогда давайте еще немножечко определимся, сколько же должно быть ароматов у женщин и у мужчин. Да, то есть у нас сегодня и та, и другая категория здесь, и мне хотелось бы просто вот понять, сколько ароматов должно быть у женщин, по вашему мнению, и сколько ароматов должно быть у мужчины. Либо, может быть, просто напишите, у кого сколько есть ароматов, потому что это тоже интересно знать. Допустим, я просто расскажу, у меня порядка 8 ароматов, которые есть. Ну, я безумно просто люблю ароматы. Безумно люблю ароматы компании Reflame. И когда появляется какая-то новиночка, я просто понимаю, что мне уже и, в принципе, переставить некуда. И аромат, да, но они мне настолько безумно нравятся, что я всегда заказываю для себя еще и еще, потому что, ну, Каждый аромат, буквально там одну-две нотки изменить, и он уже звучит по-другому, да, он настроение дает другое. Но с настроением, да, то есть то, что входит в состав нашего аромата, мы, конечно же, тоже разберемся. Угу. Женщины, да, то есть я примерно, да, то есть вот в среднем 6, для мужчины 2, да, хорошо. Хороший ответ. Но на самом деле могу сказать, да, Катя написала примерную цифру, могу сказать, что ароматы где-то примерно у 10-15% женщин, где-то от 3 до 6 ароматов, у остальных, к сожалению, меньше, да, поэтому, наверное, те, кто приходит в компанию Reflame, именно создают вот это вот процентное соотношение, потому что действительно ароматы классные, и нет такого аромата, который бы мне просто не понравился, да, почему я их так много и покупаю. Ну что ж, идем тогда дальше. Угу. Для чего используют ароматы? Вы здесь уже написали, да, девчонки, что чтобы завершить образ. И это одно из мнений. Но могу сказать, что 50 на 50, да, то есть чтобы завершить образ для чего? Наша задача, и мы всегда на подсознании, каждая женщина, да, то есть ждет, что на этот аромат, да, именно настроение. Ну, хорошо. Что именно этот аромат будет привлекать противоположный пол, да? Вот так вот я вам открою секрет. И то же самое, когда мужчины пользуются туалетными водами, да, то есть какими-то ароматами, они точно так же подсознательно думают о том, чтобы привлечь противоположный пол. И большей части происходит так, да, что когда в поисках, да, одна и вторая половинки, они действительно что-то используют, они действительно что-то подбирают. И оказывается, что именно составляющие ароматы могут воздействовать. Ну и начнем мы, конечно же, с девушек. Сейчас посмотрю, что это мы чуть-чуть пропустим после. Начнем мы, конечно же, с девушек. Про женские ароматы, да, для чего женщины их используют. Да, как мы уже и сказали, то есть, в принципе, в первую очередь, не только для завершения образа, а в первую очередь, чтобы привлечь внимание. То есть любая формула духов, она образует шлейф, который после того, когда мы его используем, да, то есть когда мы наносим этот аромат, я думаю, что вы очень часто встречали, да, что приходит женщина, и либо же вот в каких-то заведениях работает, да, что вот идешь по коридору и чувствуете шлейф какого-то аромата. Да, то есть это густые и тонные ароматы. И точно так же, да, то есть любой аромат всегда тянется шлейф за его обладательницей. Есть, когда вы подбираете аромат, есть верхние нотки, которые очень быстро выветриваются. И вот обратите внимание, то есть, когда вы носите аромат и подбираете его для себя, обязательно дождитесь раскрытия аромата. Да? То есть где-то минут через 20-30 раскрывается сердцевина аромата, и именно ее нужно учитывать в выборе духов, то есть именно когда аромат раскрывается. А для девушек, которые ожидают мужчины своей мечты,
если вы договорились о чашечке кофе, да, то есть где-то встретиться, то буквально наносите аромат за 15 минут до его прихода. И как раз-таки вот этот период, да, то есть раскрытие аромата, переход из одного в другое состояние, он как раз-таки, да, то есть мужчины теряют голову. Духи способны повысить у женщин самооценку, да, то есть в каждом аромате есть какие-то определенные компоненты, которые повышают самооценку, делают общительной, да, я могу сказать, что это касается мужчин и женщин, да, то есть мы будем потом говорить про ароматы, именно которые есть в наших каталогах, и там действительно есть такие составляющие, которые позволяют раскрываться, да, то есть быть более интересными людьми. Конечно же, ароматы позволяют женщине быть более привлекательной, уверенной в себе. Есть более такие женственные ароматы, да, то есть это цветочные, фруктовые, пряные. И могу сказать, что мужчинам нравятся именно вот эти вот ароматы, да, то есть цветочные, фруктовые, пряные, потому что есть ароматы унисекс, да, то есть я знаю, что молодежь очень любит пользоваться не такими ароматами, да, то есть которые подходят и для мужчин, и для женщин. На самом деле мужчинам не очень нравится, да, то есть они больше предпочитают именно женственные ароматы, да, то есть когда есть какая-то вот такая вот тайна. Причем, что еще психологи утверждают, что когда человек ощущает какой-либо запах, ассоциации, связанные с ним, закрепляются в его сознании навсегда. И мужчина, с которым, да, мы сейчас будем говорить про девушек, я думаю, каждая девушка и женщина, да, которая уже замужем, у которой есть куча деток, я думаю, ей тоже хочется быть привлекательной для своего мужчины. Так вот, мужчина, он может не запомнить, в чем вы были одеты на первом свидании, но наверняка вот тот аромат, который у вас есть, он будет ассоциироваться на протяжении всего того времени, в котором вы будете общаться. И в подсознании этот аромат останется, да, и когда мужчина будет где-то ощущать этот аромат, возможно, на ком-то еще, он сразу же будет вспоминать о вас. Поэтому, конечно же, очень важно, да, ароматы не менять каждый день, если вы хотите действительно заинтриговать какого-то мужчину. То есть первое время обязательно используйте один и тот же аромат для того, чтобы он запомнил ваш, да, вас, ваш аромат именно вот таким, да, для того, чтобы уже начались какие-то ассоциации. Вот, и именно осязание, да, то есть одно из пяти чувств, оно именно больше всего привязано к эмоциональной памяти, да, вот именно поэтому, как я и говорю, что мужчина может не запомнить, в чем вы были одеты, но при этом он будет помнить тот аромат, да, то есть те приятные ощущения. И, конечно же, по мере развития отношений, да, то есть если изначально мы используем один аромат, то потом, конечно же, нужно расширять диапазон своих ароматов, да, для каждой девушки, то есть используется аромат для романтики, да, то есть это как первые свидания, да, и дальнейшие такие. Конечно же, это ароматы для страсти есть. Да, и, конечно же, любая другая ситуация. Вы сами понимаете просто, что необходимо использовать. И ваш мужчина уже просто начинает на подсознании, да, то есть понимать, ага, пришла с таким вот, да, то есть у вас сегодня такой аромат, такой шлейф, да, либо же легенький аромат. И он примерно понимает, да, то есть саму ситуацию, что же будет происходить на этом свидании. Что касается мужчин. Да, конечно же, могу сказать, что мужчины обычно определяются одним парфюмом. У нас здесь есть мужчин, да, вот Евгений, да, если Евгений поделится с нами, Евгений, сколько у вас ароматов, напишите, пожалуйста, в чате. Очень часто просто происходит так, да, вот и Катя написала, что у мужа два аромата, да, мужчина обычно использует только один аромат, они купили, пока флакончик не заканчивается, почему, да, то есть очень часто бренды, да, то есть которые выпускают ароматы, если для женщин это 50 мл, да, максимальный объем, потому что мы сегодня так, завтра так, да, то есть мы все время что-то меняем, нам хочется что-то новенькое, то под настроение, то под платьишко, то под погоду, да, хочется тепла, что-то используем сладкое, то мужчины обычно не более так консервативно, они купили аромат, да, и пока он у них не заканчивается до самого, да, то есть капельки последней, да, то есть потом они только приобретают либо такой же, либо какой-то другой. Да, поэтому могу сказать, что здесь тоже не совсем верно в этом плане. Понятно, что мужчина консервативный, но здесь тоже нужно подбирать, да, то есть тоже есть подбор определенных ароматов. То есть сейчас уже мы живем в современном мире, и в принципе, когда мы выбираем какую-то одежду, да, для похода с друзьями отдохнуть, да, либо же куда-то мужчина отправляется на футбол, форма одежды, либо же это деловая встреча, и, конечно же, здесь тоже очень важно подбирать необходимый аромат. Тот аромат, который подойдет, ну, как одежда, да, вы одеваете и одеваете с этим аромат. И
Как разделить, да, то есть что куда, ну, да, какой аромат куда лучше, так сказать, на себя одеть. А парфюмы, содержащие в себе тонкие, строгие нотки аромата, именно подходят для трудового дня, да, то есть, ну, в принципе, иногда мужчины на протяжении трудового дня, да, то есть могут и не использовать, да, какие-то ароматы. Если развлекательный вечер, да, то есть парфюм должен быть обязательный, да, такой более насыщенный. Для встречи с друзьями это аромат более легкий, то есть это океан, цитрусовые плоды. На романтический вечер, конечно же, будет подходить парфюм, где преобладает запах мускуса, пряности, да, то есть такие более теплые. Ну, причем, что мускус это афродизиак, да, то есть это именно привлечение противоположного пола, поэтому здесь, конечно же, да, то есть тоже выбираем именно такие ароматы. Читаю просто, что Катя написала, один выбрал муж. Угу. У вас по... Да, очень часто тоже, кстати, такое бывает, что когда, да, заказывают продукты какие-то женщины, то они обычно говорят, я сама выбираю мужа, да, то есть неважно, понравится ему, не понравится. Главное, что я с ним рядом нахожусь, да, и мне нравится этот аромат, мне нравится, как мой мужчина будет пахнуть. Поэтому я сама выбираю для него аромат. Да, ему все равно. Но я не знаю, бывает так или не бывает. По-разному, да, то есть кто-то мужчина действительно относится к ароматам серьезным подходом, да, то есть выбирают его, поэтому здесь уже, ну, по сути, мы, да, Катя поступила правильно, да, то есть что один аромат выбрал муж, да, то есть он выбрал то, чем ему комфортнее пользоваться, да, Катя выбрала тот, который понравился ей, чтобы ее муж пользовался им. Причем, что я могу сказать, что женщины, когда подбирают парфюм для своего мужчины, они уже создают какой-то образ, да, то есть вот им, сейчас мы будем смотреть, да, то есть образы мужчин, кто-то из женщин выбирает для себя аромат, когда он читает образ, да, то есть образ того мужчины, который может использовать аромат, и если женщина хочет представлять своего мужчину именно таким, либо представляет таким, либо она хочет, чтобы мужчина был именно таким, да, то, конечно же, правильно приобрести этот аромат, да, чтобы мужчина был более уверенный, да, возможно, в каких-то, более интересным, более импозантным, да, то есть, в принципе, вот каждый нотка, которая входит в ароматы, да, то есть она действительно делает с нами что-то невероятное, да, то есть где-то дает больше уверенности, где-то дает больше мягкости, где-то дает больше какой-то любви, да, то есть поэтому, конечно же, если мы хотим быть именно другими людьми, меняться, то здесь в данном случае необходимо менять ароматы. И я могу сказать даже по себе, да, то есть я в один, да, определенно иногда ароматы бывают под настроение, да. Сегодня у меня такое настроение, использую такой аромат, да, то есть у меня завтра другое настроение, причем они могут кардинально отличаться от очень легких нежных ароматов, да, то есть то действительно таких вот шлейфовых ароматов, которые будут держаться 2-3 дня, да, то есть на одежде, которые действительно такие вот насыщенные. Если у кого-то какие-то, да, то есть тоже есть интересные, какие ароматы выпить, обязательно пишите, будем, да, то есть будем читать информацию, будем делиться. Пойдем дальше. Как правильно использовать ароматы? Для женщин это, конечно же, пульсирующие зоны, если вы действительно хотите, да, чтобы ваш аромат чувствовался. Это область за ушком, это запястье. Если у вас открыто, да, то есть если это лето, если это какой-то вечер, да, то есть романтический вечер, то обязательно на линии сгиба локтя и лодыжки. Да, то есть вот такие вот места, где пульсирующие, где более всего чувственнее, да, то есть становится ваш аромат. А что касается мужчин, да, то есть мужчинами здесь тоже есть такой вопрос. Мужчины очень любят перебарщивать ароматы, да, потому что я помню, да, то есть из собственного опыта, когда мужчина наносит на себя, он наносит как-то так шик-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 шик и по всему телу, да, то есть причем, ну, вот это такая аура и просто безумное состояние, я... Да, то есть никак не могла понять, почему мне вот резкое количество вот этих вот ароматов мужских не всегда нравится, да, то есть голова может кружиться, неадекватная какая-то реакция, да, не очень хорошая на такое количество ароматов. На самом деле, когда мужчина наносит аромат, его не должно быть много, да, то есть это буквально как и женщина, да, там два раза пшикнула, да, то есть и все на этом. Точно так же и у мужчины, причем у мужчины тоже есть своеобразные зоны, куда лучше наносить, чтобы привлечь внимание женщины. Это область груди, да, то есть это вот, вот эта вот часть, куда нужно наносить, потому что при свидании женщина, да, то есть больше будет ощущать аромат отсюда, причем, что когда тело мужчины нагревается, да, то есть вот этот вот аромат он усиливает
еще действие оказывает, поэтому большое количество не нужно, да, почему вот эта вот аура, если у женщины может быть шлейф, и шлейфовый аромат именно женский, то у мужчин должна быть какая-то вот секретик, какая-то нотка именно для любимой женщины, которую должна ощущать только она, поэтому пшик на грудь. И вот этой вот части, да, то есть тоже мужчина может пользоваться, но это уже больше так для романтических, когда уже, да, то есть такие более интимные отношения, для любимой женщины в детстве, чтобы она тоже, да, уткнувшись, она почувствовала аромат своего любимого мужчины, запомнила его. Пойдем дальше, да, мы сегодня говорим про компанию Oriflame, про ароматы компании Oriflame. Угу, чуть-чуть. Хорошо, тогда вернемся мы к... К эфирным, давайте тогда мы пойдем чуть-чуть слайд у меня по-другому. Хорошо. Какие эфирные масла привлекают мужчин? Да? Мы будем разбираться с этим. Так, нет, по слайдам мне, у меня идет не то. Давайте все-таки по порядку. Да, то есть мы говорим про компанию Oriflame, мы говорим про шведскую компанию Oriflame, про те ароматы, которые мы встречаем в наших каталогах. Безумно люблю эту продукцию, знаю, что это действительно качественные продукты. Потому как сама Швеция ассоциируется, да, с качеством продукции. Причем, что очень часто я слышу, да, что я использую только французские ароматы, да, то есть мне очень важны там парфюмеры, которые используют. На самом деле, на сегодняшний момент, да, то есть я вам сейчас буду показывать, кто сотрудничает с компанией Oriflame, какие ароматы, да, то есть какие звезды, какие парфюмеры. Не грузит меня презентация. Деми Мур, да, то есть тот аромат, который она представляла, это действительно, могу сказать, что я пользовалась этим ароматом, мне безумно нравился, это теплый аромат, да, такой действительно роскошной женщины, которая вдохновляет на подвиги. Это, конечно же, Бекхэм, да, не знаю, как у вас грузится, не грузится, я примерно, да, то есть помню, что же я делала. Это Бекхэм, да, то есть аромат от Бекхэма, который создавался этим великим человеком, и он тоже в наших каталогах. Dolce Vita, аромат от Томаса Андерса, да, то есть тот аромат, который представлял он в наших каталогах. Наши российские звезды, да, то есть точно так же пользуются ароматами, представляют. Аромат Glacier, да, от Евгения Плющенко. Ани Лорак, аромат шифон, потрясающий легкий аромат. Немножечко потом, да, поговорим о парфюмерии, которая создавала этот аромат и что ее вдохновило на него. Тина Канделаки, следующий слайд, да, то есть тоже женщина, которая представляла действительно такой женский аромат, женщины, собранная женщина, действительно управляющая временем, управляющим собой. Скажите, как у вас по слайдам, хорошо загружается что-то, я, у меня просто не очень, вот, да, то есть появилось. Точно так же не только звезды, да, то есть это принцесса Швеции Мадлен, да, то есть это аромат, который разработан был, для компании Oriflame, для, да, то есть это благотворительный аромат, когда вы увидите в каталогах, обязательно предлагайте своим знакомым, покупайте для себя. Почему? Потому что не средства при покупке данного аромата идут в помощь, да, то есть деткам. Что дальше, да, то есть ароматы компании Oriflame участвуют в конкурсе, да, то есть такой вот... Конкурс – это ежегодная премия, вручаемая организацией за достижение области в парфюмерии. Он как бы является, вот эта вот премия, как Оскар, да, для фильмов, да, то есть вот эта вот премия, и здесь вы видите ароматы, которые буквально недавно были в каталогах, да, какие-то чуть-чуть раньше появились, какие-то чуть-чуть позже, именно были награждены. То есть представляете, это как Оскар для кинокартин, да, для звезд. Точно так же и есть премии именно в ароматах, и компании Oriflame участвуют, да, то есть и получают действительно эти премии, награждаются эти ароматы. Я думаю, что не просто так. Немножечко что-то у меня поменялось, да, то есть здесь слайды. Хорошо, и поговорим об эфирных маслах, да, то есть перейдем все-таки к этому, что-то у меня прыгает, вроде бы все так проверяло, что все должно было быть в порядке. Смотрите, эфирные масла, которые входят в состав тех ароматов, про которые мы будем говорить, тех ароматов, которых, допустим, нет в наших каталогах. Но как раз-таки здесь при выборе, когда вы выбираете для себя тот либо иной парфюм, вам важно, вам нужно понимать, для чего он необходим. Да? То есть если вы выбираете свой первый и единственный аромат, то, конечно же, вы выбираете более нейтральный.
Если вы выбираете аромат для того, чтобы, да, для романтического вечера, либо для соблазнения, вы тоже должны понимать, да, потому что один и тот же аромат, он не подходит для всех случаев жизни. Так вот, если в состав, да, то есть, вы видите, что в составе есть роза, то, смотрите, это нежный аромат, это тонкий аромат. И мужчина вот именно от ароматов, которые входят, да, роза, аромат розы, они действительно без ума. Благодаря розе открывается именно женская сексуальность, да, слушайте меня, обостряются чувства. Такой аромат лучше всего подходит именно молодым девушкам. И этот аромат, в который входит эфирные масла розы, будет действовать на мужчин именно как возбудитель, да, то есть вы будете привлекать внимание. Иланг-иланг, следующее эфирное масло, да, то есть оно тоже встречается в наших ароматах. Что делает иланг-иланг? Аромат этого растения стимулирует железы гипофиза и вырабатывает эндорфины. Тем самым человек ощущает именно чувство эйфории, блаженства, сильного влечения, способен свободно открывать свои чувства. Ну и, соответственно, та женщина, которая будет источать данный аромат, то, конечно же, это будет аромат желания, да, для каждого мужчины. И в данном случае, если в вашем аромате присутствует иланг-иланг, то эта женщина уже не останется незамеченной. Следующее эфирное масло – это корица, да, то есть то, что входит в состав. И здесь я хочу сказать, что не только корица, но любой составляющий. Это может быть и перец, это может быть миндаль, да, то есть в любой композиции все то, что касается приправ, пряностей, все, что связано с едой, да, ну вот не зря говорят, что путь мужчины лежит через желудок. И вот эти вот все масла пряности привлекают и взбудораживают представителей сильного пола, да, то есть поэтому, девочки, тоже про это запомните. Чудесные свойства именно корицы признали уже достаточно давно, и корица способна увеличивать мужскую силу. Масло корицы оказывает расслабляющее действие, в то же время и вдохновляющее, да, и это касается всех вот пряностей, да, то есть все, что касается еды, все, что на подсознании, да, с едой, это ваниль, вот корица, черный перец, мы будем говорить, да, там немножечко дальше про продукты, которые входят, да, то есть я вам буду указывать то, что вот действительно это аналогично с корицей. Следующий – это лаванда. Лаванда – это более такой расслабляющий, чувство нежные, да, то есть то, что будет испытывать для вас мужчина. Запах травы любви, он позволяет расслабиться, придать уверенность себе, в своих силах, да, то есть в личной привлекательности. То есть этот аромат полезен как и для женщины, которая будет наносить, но, соответственно, конечно же, и для мужчины, который будет находиться рядом. Так, у меня опять что-то подвисло. Так, лаванду мы, да. Следующее – это герань, да, причем вот это растение, которое очень часто используют в школах, да, то есть в больницах, оно больше такое не очень приятное на запах, да, то есть когда растирать, но при этом это оказывается очень хороший афродизиак. И если в состав данного, да, то есть какой-то туалетной водички входит герань, то это очень, так сказать, хороший продукт, который вызывает успех в борьбе за внимание противоположного пола. Больше, конечно же, используют его либо мужчины, да, то есть в своих ароматах, либо же это подходит аромат для зрелых женщин. На женщин он оказывает более раскованную реакцию, да, то есть аромат, который позволяет чувствовать себя более молодой. И, конечно же, аромат, который позволяет быть любимой каждой женщине, да, даже той, которая утратила всякую надежду, то есть тот аромат, который любви, вдохновение, да, вот как я и говорю, что эфирные масла оказывают не только на противоположный пол, да, но и, соответственно, на тех, кто пользуется. Розмарин – это афродизиак, да, который увеличивает сексуальное влечение, да, на той женщине, которая использует, да, поэтому вот продукты с данным
компонентам, конечно же, да, то есть ароматы с данным компонентом, смотрите внимательно, да, то есть используйте уже с тем мужчиной, который находится рядом с вами, любимым мужчиной. Не приходите на большое количество, да, то есть где большое количество людей, вечеринку с таким ароматом, да, дабы, так сказать, не привлекать огромное количество мужчин. То есть это интимно, да, то есть я бы сказала, что то, что входит в состав, это уже более для вечера, да, то есть романтика, ужин при свечах, да, то есть вот такие вот ароматы мы используем в данном случае. Ну и, конечно же, цитрусовые, да, которые входят в состав. Если они входят в состав, я бы сказала, что здесь дают цитрусовые, они дают доверие, да, то есть каждый человек, который вы чувствуете аромат нотки цитрусов, человек сразу же вызывает доверие, и здесь вы уже можете использовать, но в большей части даже для деловых встреч каких-то, да, для того, чтобы действительно добиться лучшего результата, для того, чтобы вас послушали, для того, чтобы, да, поняли, что вы действительно тот человек, который нужен в бизнесе. Но при этом, если вы хотите расположить человека к себе, конечно же, тоже можно использовать, начинать с этого аромата. Мы работаем с лучшими парфюмерами мира, да, то есть вот то, что говорят, что, да, то есть линейки, либо еще что-то. Смотрите, те парфюмеры, с которыми мы работаем, они создают ароматы для большого, да, для огромного количества дома мод, для огромного количества действительно тех брендов, про которые мы слышали. И ароматы компании Reclaim, они стоят наряду. Но согласитесь, то есть парфюмеры, мне кажется, как и художники, да, если художник рисует картину одну, вторую под заказ, он никогда не будет делать что-то нехорошее, да, то есть то, что ему не нравится. Это творческие люди. Я вот привела здесь несколько, да, то есть парфюмеров, которые сотрудничают. На самом деле, там есть ссылочка внизу, если кому-то будет очень интересно почитать. Огромное количество парфюмеров, которые работают, да, то есть с такими марками, как Christian Dior, Giorgio Armani, Timzo, Versace, да, то есть они точно так же разрабатывают ароматы и для компании Oriflame. Здесь представлено, да, то есть несколько парфюмеров, вот Селена Риппер, да, которая создала аромат Ани Лорак, вот то, что она сказала, вдохновение пришло сразу, как только я познакомилась с творчеством Ани Лорак, увидела ее на сцене, услышала чистый завораживающий голос, говорящий о нежности и стиле, да, то есть парфюмеры, которые знакомятся не только, да, то есть вот с этими нотками составляющих, у них именно действительно вдохновление, это музыканты своего рода, это своего рода художники, творцы, которые создают потрясающие ароматы, которыми мы потом можем пользоваться. Ну и давайте, наверное, будем переходить уже к тем ароматам, которые есть в наших каталогах. Я думаю, что вы уже заждались, да, немножечко разобрали то, что входит в состав. Угу, у меня слайды тут. Ай-яй-яй-яй. Все совсем не так, как я хотела, но ничего, будем как-нибудь сражаться. Итак, парфюмерная вода, новиночка My Destiny, да, которая сейчас буквально на главной страничке нашего каталога. Это действительно уникальный аромат. Он предназначен именно подчеркнуть индивидуальность, особенность каждой девушки. Смотрите, то есть, чтобы сделать его таким, создатели аромата решили добавить кристалл турмалина. Каждая бутылочка, то есть не будет, она будет неповторима, потому что турмалин, он сам, самоцвет, он абсолютно различный. И при добавлении в стекло, да, то есть вот эти вот разводы, которые вы видите, да, то есть каждый флакончик будет особенным. То есть ни у кого не будет повторяющих флаконов. Представляете, да, то есть насколько мы можем быть разными, индивидуальны именно в этом. Турмалин точно так же, да, то есть сделали очень интересным аромат, что добавили его и в состав самого аромата. И аромат просто стал уникальным. Чем он уникален? То, что он оказывает какие-то магические действия. Смотрите, сам камень турмалин, да, то есть его считали издревле магическим. Его называли символом веры, мудрости, духовных исканий. Это действительно тот минерал, который оказывает вот это вот действие, когда вы наноситесь. Вы становитесь более уверенным в себе, да, вы становитесь более чувственным. В состав входят лепестки пиона, цветки апельсины, абрикос. Да, то есть это действительно нежный, но при этом сладковатые ноты, которые будут оставлять шлейф. Парфюмированная вода, да, то есть когда мы различаем воду, то есть туалетные водички, да, то есть парфюмированная. Парфюмированная вода – это та, которая держится больше 6 часов на вас. А если вы сейчас, когда зима, если у вас меха, да, то есть
какие-то более теплые вещи, то зачастую ароматы и парфюмированные воды держатся и сутки, и больше, да, то есть те ароматы, которыми пользуюсь я, да, парфюмированные, я их очень люблю, потому что они остаются на одежде, да, какое-то длительное время. Одежду мы тоже одеваем под настроение. И поэтому, да, иногда бывает так, что уже пока не постираешь, да, то есть аромат все равно остается. И я хочу сказать, что вот если вы хотите действительно быть неповторимой, действительно, если вы себя ощущаете единственной и не такой, как все, то вот этот вот аромат для вас, потому что это действительно... Тот флакончик, тот аромат, который входит в состав, да, то есть он будет для вас незабываемым. И вы, конечно же, останетесь незабываемой, потому что, да, то есть это будет индивидуальный аромат, не похожий ни на какой другой. Ой, что-то у меня случилось. Так, давайте пойдем дальше. И у нас сейчас идет акция. Не скажу, что акция, флешмоб, да, то есть акция от... лидера компании Reflame, от нашей команды. И при этом, смотрите, что вам необходимо делать. То есть вы можете еще получить в подарок тушь и тени. При каком условии? То есть если вы заказываете этот аромат, если вы заказали, он вам понравился, мне кажется, выбрать его просто, во всяком случае, те, кто пользовались, да, то есть кто пробовали, кто листали каталоги, там есть пленочка, которую можно отодвинуть. Аромат действительно насыщенный, хороший, приятный. И если вы заказали для себя этот аромат, вы его распаковываете, вы делаете фотографию с этим ароматом, да, и выкладываете ее. Выкладываете на своих страничках бьюти-чатов, либо в скайп-чате, да, то есть там, где вы добавлены, там, где вас добавили ваши директора-менеджеры. И выкладываете до 29 октября. Мы же создаем вот такой вот флешмоб. И потом 29 октября будет проходить розыгрыш, да, то есть среди всех тех, кто примет участие, вы можете еще получить в подарок тушь и тени, да, то есть девушки, я думаю, что это действительно можно и образ, да, создать благодаря этому, поэтому если кто-то уже заказал, обязательно выкладывайте, да, свои фотографии, если кто-то не заказал, аромат нравится, обязательно поспешите, потому что, да, то есть необходимо еще, чтобы ваш заказик пришел, и вы могли успеть сфотографироваться, соответственно, выложить вашу фотографию. Итак, идем дальше. Потрясающий аромат. My Nike Truth. Могу сказать, что тот аромат, которым изначально, вот, когда он появился, я его нанесла, я не очень поняла его. Я просто, да, сейчас буду делиться своими ощущениями тех ароматов, которые мне нравятся. И я сказала, да, аромат хороший, но это не мой аромат. Но через какое-то время, вот буквально 3 каталога назад, я попробовала этот аромат снова. Да, почему мы говорим? У нас меняются вкусы, у нас меняется, да, то есть понятие, восприятие чего-то, меняется настроение. И я настолько влюбилась в аромат именно в его легкость, именно в его неповторимость. То есть он вроде бы и есть на вас, но он настолько ненавязчивый и легкий. И чувствовать, ощущать его можете именно вы, да, и тот человек, который рядом. То есть его больше, он настолько легкий и незаметный, что кроме вас больше никто. Мне кажется, что это как тайна какая-то, да. Поэтому мне безумно он нравится, безумно нравятся ее составляющие. И то, что написали парфюмеры, да, которые создавали этот аромат, это чистый вдохновляющий аромат. Он ласкает кожу, словно припудривая ее воздушной пыльцой хлопкового шелка. И обновляет ее истинную красоту. Действительно потрясающий аромат. Его стоит только нанести на руку, и вот какая-то сказка, какая-то неповторимое ощущение. Причем, что этот аромат можно назвать трендовым, потому что тот аромат, который ищут сейчас многие женщины, который дарит именно внутреннюю гармонию, благополучие, и на сегодняшний момент, да, то есть именно вот это вот, то, что ищет женщина, это одни из самых популярных ароматов. Поэтому, если вы действительно хотите создать какую-то гармонию, уйдет дома, гармонию уйдет в ваших отношениях, то обратите внимание на этот аромат, потому что он нежный, чувствительный, излучает благополучие, какую-то честность, да, то есть все, что окружает ваш, да, то есть ваш мир, он становится каким-то мягким, пушистым, да, ну, я не знаю, как назвать, но мне кажется, вот именно то, куда хочется уткнуться, да, то есть и не уходить абсолютно из этого уголочка.
В состав сюда как раз-таки входит абрикос, да, то есть то, что, как я говорила, ассоциации с едой. Входит в состав сандаловое дерево, это очень сильный афродизиак, да, то есть, опять же, воздействие на подсознание мужчин, вот то, что я и говорила, да, когда вы ощущаете, вам просто больше ничего не хочется. И, конечно же, его можно отнести к цитрусовым ароматам, да, то есть это тот аромат, который располагает доверие, да, то есть окружающим вас людям. Поэтому его очень, да, можно смело использовать точно так же на каких-то деловых встречах, если вы куда-то идете. Так, следующий аромат. Что-то мне сегодня подводит мой интернет. Это парфюмированная вода Валаре. Вот как раз-таки здесь, если помните, да, роза, которая безумно нравится мужчинам, которая действует, да, то есть возбуждающий эффект оказывает на мужчин, привлечение. Вот смотрите, то есть если вы хотите привлечь внимание мужчины, изначально, да, на первоначальном этапе, остаться незаметной в компании каких-то людей, то в данном случае используйте вот этот вот аромат, потому что в состав сюда входит белая роза. И вот этот вот аромат – это чувственность, нежность, изысканность, женственность, да, то, что ведет. Здесь еще шлейф будет из сахарного миндаля, да, то есть он сладкий аромат, это для тех, кто любит послаще, да, то есть для тех женщин. И, конечно же, это символизация прекрасной любовной истории. Поэтому, да, то есть если вы действительно хотите окунуться, найти что-то, да, то есть новое, незабываемое ощущение, то вот этот вот аромат для вас, выбирайте его, ну и те компоненты, которые есть, да, то есть, конечно же, они окажут благотворное действие на ваши отношения. Следующий аромат, это аромат мисс Джордани. Вы знаете, аромат Джордани вот в наших каталогах, да, то есть любая, она считается, косметика класса люкс, да, то есть серия Giordani Gold. И все ароматы Giordani, они были более насыщенные, я бы сказала, такой женщин за 30, за 35, 40, да, то есть уже более статных женщин, уверенных в себе. Когда появился вот этот вот аромат из Giordani, это как раз-таки тот аромат, сейчас же мир современный, да, то есть мы сейчас бежим куда-то. И мир меняется. Если раньше девушки в 20-25 лет, они могли просто уже быть домохозяйками, быть, да, то есть нянчиться с детьми и уже потом заниматься карьерой, то сейчас мир меняется, большинство молодых девушек изначально занимаются карьерами и уже к 25 годам могут добиться потрясающих результатов. И как раз-таки вот этот вот аромат для уверенных в себе девушек, да, для тех девушек, которые добиваются, знают себе цену. Они считают жизнь такой, жизнь именно положительных эмоций, да, то есть это женщина настроение, она всегда обладает свежими идеями, яркой индивидуальностью у нее. Это, конечно же, безупречные детали, да, то есть в одежде, в украшениях. И все движения этой женщины наполнены изысканной элегантностью, да, то есть это тоже нужно отмечать. Она излучает уверенность и жизнелюбие. То есть это тот аромат, вот, почему я это говорю, да, для кого это относится. Когда вы знакомитесь с ароматом, знаете, мне на сегодняшний момент, когда я вижу человека, мне говорят, какой мне аромат подойдет. Я никогда не смотрю в каталог, я никогда не смотрю, да, то есть как-то по ароматам даю подбирать. Глядя на человека, я уже понимаю, что ему подойдет. Да, то есть и я уже предлагаю из двух, из трех вариантов. Я говорю, вот либо вот этот, либо вот этот. Но что касается мужчин, то могу сказать, что практически на 99% это всегда в точку, да, потому что вот смотришь на образ мужчины, смотришь, да, то есть на его статусное положение. То же самое касается женщин. Вы видите девушку, вы видите, чем она занимается, да, то есть ее привычки, ее характер. И уже тоже точно так же можно подобрать аромат, потому что у каждого аромата есть свой характер. Следующий аромат, вообще безумно его люблю, честно, если могу сказать, что если вы пришли в компанию Reclaim не только покупать продукцию со скидкой, а если вы пришли добиваться результатов, да, если вы действительно хотите карьерно расти и быть самым лучшим лидером, то вот как раз таки аромат Voyageur Woman для вас. Почему? Потому что это женщина, которая использует, она свободна и энергична. Это бесстрашие, это целеустремленность,
есть она не может сидеть на одном месте. Она постоянно ставит какие-то перед собой цели. Такая женщина любит не только мечтать, но и добиваться исполнения своих желаний. Чувствуете, да? То есть вот про кого это говорят? Это лидеры компании, да, которые действительно добиваются результата. Возможно, у вас есть просто какая-то цель, которую вы хотите добиться, именно благодаря тем, да, то есть тем составляющим, которые входят в состав данной водички. Благодаря этому аромату вы измените отношения, да, вы измените себя и будете более целеустремленны, более уверены в себе. Да? То есть если вы просто хотите изменить вот этот аромат именно для вас. Аромат, побуждающий подниматься к вершинам мечты. Да, тот аромат, который действительно вас будет не только вдохновлять на мечты, но именно подниматься к ней и да, то есть способствовать действиям для того, чтобы его действительно достичь. Та же девушка, которая использует этот аромат, это по-настоящему яркая личность, в обществе которой никогда не будет скучно. И я думаю, что все составляющие, да, то есть тут входит тоже афродизиак мускус. Входит сюда же осьминог, да, то есть один тоже из сильнейших побудителей. То есть именно благодаря этому аромату вы точно так же будете всегда в центре внимания, поэтому обратите на него внимание сейчас в каталоге. И мы перейдем к мужчинам. Я думаю, что как женщины, так и мужчины уже заждались данного момента. Ароматы для мужчин, да, то есть вот эта вот коллекция мне очень нравится, она совсем недавно появилась в каталоге, мне кажется, что, ну, уже не больше, чем год. Два аромата, причем, несмотря на то, что коллекция создавалась на двумя различными парфюмерами, создавалась на парфюмерными женщинами, два аромата абсолютно разные, но использовать его, опять же, можно, да, как, допустим, дневной и вечерний аромат, потому что днем мужчина может быть одним, да, то есть это может быть деловой образ, это может быть элегантность, а вечером он может быть уже соблазнителем. И вот как раз-таки вот этих два аромата можно поставить в свою коллекцию, либо же в коллекцию, да, то есть своего мужчины. Аромат цитрус, да, то есть это вот верхний аромат, который здесь представлен на слайде. А это для современного, успешного, ведущего активный образ жизни мужчины, который всегда покоряет новые высоты. Да? То есть, поэтому смотрите, если вашему мужчине нужно больше целеустремленности, обязательно этот аромат для него подойдет. Этот аромат для нежного, чувственного в любви мужчины. Это аромат для того, кто является душой компании. Да? То есть вы тоже определяете, кто из ваших знакомых относится, да, по таким характеристикам, вы можете смело предложить этот аромат, он ему обязательно понравится. Это тот мужчина, который выделяет во всех своих делах, да, то есть равноценно и работе, и отношениям. Тот мужчина, который любит жизнь во всех ее направлениях. Аромат Darkwood, он уже другой. Да, то есть несмотря на то, что оба аромата древесные, он уже отличается. Это тот аромат именно уверенного в себе мужчины, но при этом, если верхний аромат, да, цитрус, это душа компании, то здесь элегантность, которая не оставит ни одну женщину равнодушной. Если вы хотите быть соблазнителем, то вот этот вот аромат как раз-таки, ну, я бы отнесла его к вечерним, потому что, ну, мы же, да, то есть мужчины вряд ли хотят быть соблазнителями днем, когда они работают, да, то есть чтобы не отвлекаться. То есть данный аромат можно использовать вечером, если вы куда-то идете, в какую-то компанию, либо же вы хотите действительно, чтобы ваша женщина обратила на вас внимание, опять же, соблазнить женщину, да, то есть не будем так говорить, но это действительно, да, то есть те компоненты, которые в состав входят, черный перец, да, то есть мы говорили, он на подсознание, да, действительно оказывает манящее действие, привлекающее действие. Поэтому вот этот вот аромат я бы отнесла к вечернему. И мне кажется, что эти два аромата очень подойдут для одного мужчины, но только в разное время суток. Следующий аромат. Ну, здесь уже даже когда смотришь на картинку, могу сказать, что когда я попробовала этот аромат, я просто влюбилась в сам аромат. Да, и по моему мнению, вот тот мужчина, который использует данный аромат, рядом с ним всегда будет находиться самая роскошная женщина, самая привлекательная женщина, самая красивая женщина, потому что это действительно соблазняющий аромат, он многогранен,
То есть, в принципе, как и мужская природа, да, то есть она многогранна. И этот аромат призван вдохновлять на новые свершения и вселять уверенность в силах и в чувствах. В состав этого аромата входят эфирные масла ветивера. Это он относится к злаковым, и смотрите, то есть он очень длительное время нужно для того, чтобы действительно, да, то есть он попал от момента того, когда посадили зерно в землю, до того момента, когда он попадает в флакон аромата мужского. То есть, смотрите, нужно год для того, чтобы ветивера, она выросла и созрела. И потом еще 24 часа для того, чтобы получить именно в той консистенции эфирное масло, которое входит сюда в состав. Ветивера, она очень любит ее парфюмер тем, что оно как бы, как сказать, запечатывает тот аромат, который есть, да, то есть он оставляет аромат неизменным. И я просто советую всем попробовать, да, то есть ощутить. Ну, не знаю, мне кажется, что если вы хотите действительно рядом с собой такого страстного, соблазняющего мужчину, да, то есть и понимать, что вы достойны его женщина, конечно же, этот аромат для вашего мужчины он должен пополниться в коллекции. Если же в вашем окружении есть мужчина достойного этого аромата, можете просто им предложить, да, то есть совершить покупку, потому что это действительно тот аромат, который, как сказать, залог на успех. Да? То есть те мужчины, которые будут пользоваться этим ароматом, это залог на успех. Переходим к следующему аромату. Мне кажется, я сегодня, слушайте, выбирала аромат, и смотрю, что прям вот, что не аромат, а все соблазнение и соблазнение, соблазнение и соблазнение. Аромат Excite Force, который тоже появился буквально в прошлом году в наших каталогах, его представляет российский певец Дмитрий Билан. Могу сказать, что с этим ароматом, да, то есть если изначально тоже был аромат Excite, и тот аромат можно отнести к аромату Unisex, да, то есть его любили как женщин, так и мужчин использовать, то вот этот вот аромат, он уже стал более мужественным, и как Дмитрий сам говорил, да, что я повзрослел именно с этим ароматом. Когда появился первый Excite, да, то есть он еще был молодым, да, то есть молодым мальчишкой, на сегодняшний день это уже можно назвать его зрелым мужчиной, добившимся каких-то результатов, да, то есть серьезных результатов. И, конечно же, этот аромат для надежных и бесстрашных мужчин, который излучает невероятную силу и абсолютную уверенность в любой ситуации, да, то есть что бы ни происходило. Аромат для мужчин, у которых абсолютно безупречный вкус. Аромат для того мужчины, с которым вы хотите находиться рядом, да, то есть и действительно ощущать себя желанной и уверенной в том, что в объятиях этого мужчины, находясь рядом с этим мужчиной, то есть вы будете себя чувствовать настоящей женщиной, да, то есть вам не нужно будет заботиться ни о чем, то есть за вас будет решать именно всего ваш мужчина. Следующий аромат, к которому мы перейдем, это аромат Glacier. Могу сказать, что я безумно влюблена в эти ароматы, потому что это линейка ароматов, они абсолютно разные, ароматы стихии, причем что здесь тоже можно, да, то есть выбрать для себя коллекцию ароматов. И это здесь цитрус, да, то есть это тот аромат, который располагает, да, как я и сказала, что первые ароматы, они такие более соблазняющие, да, то есть более какие-то вечерние ароматы, более, да, то есть для того, чтобы находиться в компании с красивой женщиной, да, то есть то вот этот аромат можно взять для деловых встреч, аромат можно взять на трудовой день, почему? Потому что сюда в состав входят уже цитрусовые, и, да, то есть это тот аромат, который располагает, да, то есть располагает тех людей, с которыми вы будете общаться. Аромат этот очень хорошо бодрит, вдохновляет на подвиги, опять же, да, то есть того владельца, которым его наносит на себя, поэтому тоже обратите на него внимание, причем, что сейчас на него идет очень хорошая скидка, и если вы еще заказываете, да, то есть аромат и плюс дезодорант, там идет акция, то он получается даже дешевле, нежели вы просто покупаете для себя аромат один. Поэтому обратите обязательно внимание на страничках каталога. И то, что компания Oriflame предлагает нам, то, что компания Oriflame, парфюмеры для компании Oriflame предлагают. К сожалению, да, сегодня все мои картинки немножечко здесь разошлись, то, что входит в сердце, да, то есть в сердце тех ароматов, которые мы используем, так хотелось с вами поделиться, чтобы вы это видели, да, из того, что мы с вами, я вам рассказала изначально, какие эфирные масла воздействуют, да, то есть и как они воздействуют.
И здесь на картинках это все было. Ну, вы в каталогах, да, то есть можете ознакомиться. Всегда есть три нотки, самые основные, три нотки, которые действительно оказывают какое-то влияние на противоположный пол. Они всегда указаны, да. Поэтому обращайте внимание обязательно на каталог. И ароматы инкогнито. Хочу рассказать такую предысторию. В компании Reflame появились линейки ароматов для нее и для него. Причем, что это ароматы, знаете, есть так, мужчина пользуется, женщина пользуется, да, то есть, и это два абсолютно разных ароматов, женский и мужской. А в компании Reflame совсем недавно появились линейки ароматов для него и для нее, которые, когда мужчина и женщина рядом, они создают абсолютно другой третий аромат. Третий аромат изысканный, ну, именно вот когда они рядом. Когда мужчина и женщина отдельно, да, то есть это одно. То есть их ароматы пахнут именно так, когда они наносят. Но когда они вместе, когда они находятся рядом, да, то есть либо в компании, либо просто не вместе, этот аромат становится абсолютно другим, да, то есть сочетание, оно становится абсолютно другим. И в данном случае, то есть если у вас, допустим, есть половинка, да, то есть ваша вторая половинка, которую вы хотите сделать приятной, либо объединить как-то, да, себя в целое, то вот эти вот ароматы для вас. Либо же, возможно, у вас есть такая пара, да, для которых можно сделать какой-то подарок, либо предложить им. То есть, в принципе, здесь, знаете, когда, мне кажется, влюбленная парочка, да, то есть у них все вот значимые кружечки, да, то есть одинаковые кружечки, есть кружечки, которые соединяются вместе, да, есть подвесочки, там, сердечко, которое, да, то есть один носит одну половинку, один носит вторую половинку. А вот как раз-таки таким парам, да, которые живут вот этой вот любовью, которые... У них вот все должно быть вместе и воединое целое, вот этот вот аромат и создан, да, то есть аромат для нее и для него, который, когда создается, да, то есть ощущение любви, ощущение привязанности друг к другу. Опять же, да, то есть предлагайте ароматы, либо же приобретайте для себя. И, слушайте, появились новости совсем, так, немножечко вернемся обратно. Вот, и остался у меня абсолютно последний слайд. Обратите внимание, то есть мы с вами разобрали, да, то есть ароматы. Возможно, если есть какие-то вопросы, давайте, да, то есть вы мне, может быть, их напишите, потому что я тогда вам что-то более подробно расскажу, тем более еще осталось буквально пару минуточек. Вот, здесь тоже у меня слайд, да, немножечко буквы как-то неудачно все получилось. Обращайте внимание, когда вы заходите на страничку, сейчас есть акция от компании Reflame «Осенние ноты». Что это за акция? Здесь представлены 5 ароматов, которые вы можете купить с сумасшедшей скидкой, ну, на 75%. Причем здесь же есть, да, один из тех ароматов моих любимых, про которые я вам говорила. При заказе на 50 баллов из каталога, да, то есть вы можете заказать один, либо же два аромата вот из данного предложения. Причем, да, то есть я могу сказать, что скидки шикарные, скидки потрясающие. Обращайте на это внимание, обращайте внимание ваших знакомых. Можно сказать, что здесь даже можно акцию обыграть, что да, кто-то заказывает на 25 баллов и еще, да, то есть кого-то найти. Ну, опять же, да, то есть тот же самый аромат. Если вы выбрали для себя какой-то аромат сегодня из каталога, да, то есть для себя, для своего любимого, либо, допустим, для своей подруги, для своей мамы. И опять же, здесь же уже третий аромат вы можете выбрать из вот этой вот серии, да, то есть из акции «Осенние ноты». Вы уже можете выбрать для себя со скидкой 75%. Поэтому знакомьтесь с ароматами, учите ароматы. Это действительно интересная тема. Это действительно то, что может влиять на ваше внутреннее состояние, то, что может влиять на внутреннее состояние окружающих людей. Если вы в поиске, да, то есть выбирайте, конечно же, те ароматы, которые будут действовать на подсознание, но, конечно же, начиная уже с романтических встреч, да, а не сразу же с какого-то определенного влечения. Меняйтесь, меняйте ароматы, меняйтесь вместе с ними. Сейчас идет зима, и сейчас хочется тепла, поэтому используйте более теплые, более сладкие ароматы. Хочется энергии, обязательно используйте то, что входит в состав цитрусовые ароматы. Располагайте к себе людей. Я надеюсь, что я была для вас сегодня полезна. Если будет...